Слушайте, я очень прошу, я прекрасно помню, как первый переход на зимнее время был совершен в 81 году. Была развлекательная программа, вся в Одессе жил, все. Слушайте, верните, пожалуйста, мне советский 81 год во времени, когда были нормальные часовые пояса, не было никаких этих медведевых, блин, которые там стягивают эти часовые пояса, играют с этим временем. Верните тот самый, как говорится, порядок, простой и ясный. Тогда, собственно говоря, да, не идеал был. Была там сбита на час время с мировым, там было, действовал декретное время. Верните нормальное то, что существовало в Советском Союзе. Почему? Не то, что я ленивый умом. Просто управленцы в Советском Союзе были на три головы выше и квалифицированнее, чем бело-сине-красные россиянские. Для начала, хотя бы для того, чтобы прекратить бардак, вернитесь к статусу кво, а потом можно подумать. Пусть специалисты обсудят, простите, компетентные люди обсудят, что делать вообще с переводом стрелок со временем. Не надо отдавать на откуп регионам, иначе теперь уже каждый регион начнет свое время устанавливать. Это вообще, по-моему, верх идиотизма. Так что для начала зафиксируйтесь на советской линии хотя бы. Вот. Просто из уважения к советским предтечам, которые все-таки были неэффективными манагерами, а компетентными специалистами.